Всем приветики. У нас Descent сегодня прохождение. Блин, прошлую серию половину запорол. Там был такой босс интересный. И я все запорол, потому что долго... Сейчас, кстати, опять долго, наверное, целый месяц не врубал ноут. Он тут сейчас все загружает, опять все обновляет, все заряжает аккумулятор. Короче, представляете, у меня закончилось место на диске, куда GeForce Experience копировал, ну не копировал, записывал видео, и оно оборвалось, не знаю, выкладываю, не выкладываю, наверное, выложу все-таки. Вот, и по концовке там какая-то фракция новая прилетела, крутая. Даже, кстати, забыл, как тут мэп, путь, а, это карта. Как-то еще путь был, показывался. Блин, какая кнопка была? Путь. G. G, L, K. Нет, не map. И, короче, у меня не так прям сейчас ровненько все с... К сожалению. По сюжету, но там был интересник так вообще, конечно, на самом деле. Даже мне стрелочки никуда не показывают. Может, просто нету? Куда нам идти-то надо? Новое сообщение. Сообщение от правителя Кира. С хреной ждает воспроизведения. Контракт, мы ждем тебя, не испытывай. А где она ждет? Может, нам в ту сторону было идти, а не в эту? Поговорить с Кирой. Какую сторону нас не идти и поговорить? В ту, в эту. И вот эти вот новые приехали чувачки, всех там размолотили, и нам предлагают работать на них. Типа говорят, вот это, вот это, говорит, работаешь, это, говорит, лох, а мы, говорит, крутые ребят, поэтому, говорит, давай с нами. Походу, дело нам не сюда, все-таки нам будет идти, по всей видимости. А нет, так, это что? А, открыть. Какая-то кнопка была, путь показывал, но я что-то не помню, какая кнопка. Игрушка прикольно так сделана, все в духе у нас киберпанка, все как мы любим. А это наш, я по нему фигачу, это же наш, даже наш дружок. Так, берем жизни. Так, почему не берем? Берем. Вот еще маленькая. Вот еще какая-то штучка. Вот. А я такие игрушки люблю. Так что будем пробовать. Проходите. Вы уж извините, что какая-то часть игрового прохождения утеряна. Я вообще планировал, что тут будет, ну, загрузки. Я думаю, сейчас загружусь, заново пройду. А тут нет. Тут чисто вот идет. Ух ты, как быстро ходят чувачки. Тут чисто... Ух ты! Прям... Так, жизни. Тут нельзя загрузиться на какую-то локацию, пойти здесь чисто. Вот идет... загрузка, как вот на игровых приставках, по аналогии. Что выдвинуть? О, а тут можем мостик выдвинуть. Сейчас мы тут просмотрим, ничего интересного. Если нет, то пойдем в ту сторону. Андусер закрыт, доступ запрещен. Ладно, пойдем дальше. Так, у нас сейчас гранатка появится, про не помню, какую кнопку ее кидать. Или Т, или Р. Ну что тут? Да, смотрите, робот тут ремонтирует здесь. Продумана вся вот эта вот атмосфера. Прикольная, конечно, игрушки. Так, чувачка, вот это мы лучше долбанем. На всякий случай перезарядимся. Ну, точно не R. Так, нам показывает двигаться в этом направлении. Сделал микрофон погромче. Не знаю, лучше, хуже. Кто хоть это... Иногда... О-о-о-о-о, откуда все? Ух ты!
Так, так, так. Собираем жизни, с жизни не собрали. Вот так вроде. Надо громкость погромче сделать. Что-то как-то, может, у меня наушника громкость не на всю. Сейчас, подождите. Попробуем так. Так, ну мы живы, это уже хорошо. Что-то взяли. Что-то вот еще тут лежало. Так, ну вообще туда надо. Так, ты кто? Нафиг. На всякий случай. Так, тут бомбочка есть. Давайте-ка ее бахнем. Как ракет кидать. А, походу дел я и кинул. Нет, не кинул. Шоковый гранат. Так, вспоминаем. Нет, по-любому не это. Вот оно. Все понял, G. Так, 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 где мы? Ну, вообще, походу, дело вот на этот мосточек нужно. Сюда вот. Но это не точно. Так, ну, вроде громкость получше. Сделали повыше. Все, один. Готов. Он нам жизни придал. Так, перезарядим на всякий случай. Интересно, по сюжетке будут какие-то развивочки? Быстро они прям бегают. Так, жизнь есть. Все. Это что за шалаш? Так, карт показывает нам идти в этом направлении. Двигаемся дальше. Хочется еще поиграть, конечно, в Старкрафте как-то. Fortnite уже 100 лет не играл. Тоже хочется порубиться. Но пока хочется как-то вот эту игру добить. Все игры, которые были потрачены деньги, их хочется как-то доиграть. Как я долго этот, как он называется, Death Stranding проходил, то просто вы не представляете. Просто не представляете. Через силу. Если бы я из него не заплатил бабки, я бы, конечно, бы его давно забросил. Честно сказать. Мне еще No Man's Sky тоже какая-то двоякая какое-то впечатление. Вроде игра интересная, но ее надо играть постоянно. Не получится, так вот взял, забросил. Так быстро перезарядка нужна. Куда вы все? Жизни прям мало. Опа. Есть. Но нам это особо что-то не помогло прям глобально. Тут все эта нечисть берется, я не понимаю. Тут как они вообще распространяют, что такое.
Вообще, короче, зарядились прям по полной. Отличник. Вот это была. Вот эта штучка надо было, конечно, нам долбануть. Вот это все. Ну, будем иметь в виду, что тут у нас есть лечилочки в этой стороне. Так, что за робот? Не будем его. Пускай идет себе, не будем трогать. Ну как же путь показывал? Я помню, кнопка была отдельная под путь. А, вот, о! Все ясно, 223 метра. Чувачки. Перезаряжаем. Пока имеется такая. Так, нам вообще направо показывает идти. Чувачка пододвинули. Пока что тут уже как-то авторизация. Ой. Это я не на ту кнопку нажал. Не на ту кнопку нажал. Ну ладно, че. Так, где чувачки? Так, чувачки идут. Прям с лечилками прям хорошо все обстоит. Вот она даже еще одна. Даже не берется. Так, ладно, идем. Вроде у нас все пополнено. Что за робот? Не трогаем. Ладно, пускай идет себе спокойненько. Тут что у нас? Большая площадка, какой-нибудь босс будет. Стопудово. Ну, я запись, кстати, включил. Нет, интересно. Все показывает, типа, направо идти. Да. Ну, блин, кто рисовал художника, посмотрите, вообще просто так сработано. Хоть фильм снимай здесь. Смотри, какие локации красивые. Блин, а я запись включил, никто не знает. Так, вот она, эта локация. Сейчас попробуем мы. Выберите пункт назначения. Ну, так, наверное. Так, буду стараться читать, но... Вы знаете, я могу не успеть. Да что уж лукавить, я не успею. Так. Куда нам дальше двигаться? Пододвинем чувачка. Мид, конечно, он бегает. Вообще можно как такси вызывать, да? Вызвать такси и нас перевезут, типа. Я ни разу не пробовал. Ну как попробовать, что ли? Так, вот куда зашли. Ну тут я не помню, чтобы я был. Attention, attention. Так, то есть сюда нас ведет. Ну-ка, попробуем на нажать. Ну да. Много еще эти 270 метров. Ничего, походим, посмотрим. Смотри, какие локации. Так, у нас прицел появился. Значит, тут может быть подозрительная активность какая-то. Локаций много. Фракций, вернее, фракций разных много. Ругать, все провали, говорят. Турелька, тут вот уже прицела нету. А, ну у нас тот же самый клубешник, что ли, идет, который мы ходили. То есть там лестница тоже была. Или не было. Так. Давайте-ка. Ага. Так, куда-то пришли. Какой-то рынок оружия продают. Мы, наверное, здесь еще не были, поэтому нам показал, типа, чувак, смотри, куда попал. Дальше показывает. Вот какие комнатки тут, все четенько.
Так, что остановились? Так, дальше нам куда? Мне кажется, мы здесь же и встречались с этим нашим Гуариум. Так, стилист. Хотите круто выйти, обратитесь в стилист, чтобы сменить образ. При этом парень, нам не надо образ. Спасибо. Держите, чтобы закрыть. Так. Нам вот туда вот показывай. Ну, мне кажется, это такой же какой-то вот местечко, в котором мы и были. А, ну вот на это вот новое. А, гангрена. Гангрена. Вы теперь под охраной, ведите себя прилично. Куда нам надо двигаться? Туда жить. Вот с этим, что ли, надо поговорить. Наконец, планирует расширить свой отдел захват собственности, ты соответствуешь требованиям с натяжкой. Y-Corp. А, наконец-то Y-Corp. Нам далее. Выполнишь тестовое задание, получишь место в одной из наших корпоративных групп захвата, как их называют контрактники. Ненавижу это название, но оно довольно точно описывает то, что мы делаем. Отыскиваем собственность спорной принадлежности и передаем ее владение Y-Corp. Иногда за этой же собственностью может также охотиться команда конкурентов. В этом случае мы их уничтожаем. Это может даже доставлять некоторое удовольствие. Какие-то рейдерские захватывания тут идут. Есть и другие преимущества. В качестве оперативника КГЗ Y-Corp у тебя будет доступ к улучшенному снаряжению, а также к расширенной страховке Y-Corp. Полный соцпакет, все дела. 40-часовая рабочая неделя. Но сначала тебе необходимо это задание. Нам нужна полная история операции Ascent Group. Она хранится на одном из принадлежащих хранилищ данных. Сейчас в ЦОД пойдем. В дата-центр. Тебе нужно найти соответствующее хранилище. Починить си этого хранилища и загрузить необходимые данные в наш общий ИИ. Искусственный интеллект. А выполни это задание, у тебя будет шанс в будущем служить свободу. Твой успех будет скорее зависеть от мускулов, чем от твоего примитивного мозга. Мы полагаем, что эта задача станет серьезным испытанием. Согласно нашим записям переговоров, у тебя имеется опыт работы с печально известным любителем взламывать лед тупицей. Рекомендуем снова воспользоваться его услугами. Так, нам что-нибудь интересное? Все понятно, в принципе, ребят. Свобода, что значит свобода? У нас у Y-Corp есть определенная долгосрочная цель. Если ты поможешь в их достижении, мы признаем твой бессрочный контракт недействительным и зарегистрируем тебя в качестве независимого подрядчика. Так вот. Ну ладно, готово. Отлично, мы уже взяли на себя смелость связать с твоего пса с нашим общим и через локальные инфоузлы можешь ожидать небольшого прироста производительности. Теперь за дело. Так, охота за данными. У нас задание. Мне нравится тупица. У него такой чистый код, хрустящий и эффективный, как смерть. Так. Ну, нам, по всей видимости, назначено где-то теперь надо найти этого тупицу. Что у нас по инвентарю? А, инвентарь как? Инвентарь не работает. Тап. Ага, тап. У нас 3 очка навыков есть. Навыки. Чё прокачиваем? Тактическое чутье 4-4-4-3. Прицеливание. Все спам моторика. 4 разум. Давайте прибавим. Равновесие. Определяет устойчивость улучшения, отдачи и ошлен. Давайте тоже прибавим. Так, жизненные показатели, энергии тела. Жизненные показатели у нас прям, их надо в первую очередь увеличивать. Так, снаряжение. Броня, голова у нас тут. Туловище почему-то не...
Плохо так скролл что-то стал на мышке работать, прям пипец. Ноги. А тут прям, ну, где-то прям не все прям зелененькое, конечно. Основное. Ладно, пока оставим как есть. Так, куда нам двигать? Куда-куда? А, все ясненько. Так. Я так понимаю, нам к хакеру какому-то сейчас надо будет идти. Ну, той же дорогой мы возвращаемся обратно. А может и не той. Летает, смотрите, какие тут кораблики интересные. Сюда нам вообще. Ну да. Так, у нас, кстати, жизнь должны были подрасти, и надо будет их добить до конца. Так, а как нам вызвать? А, ну вот. Все ясно. Какой-то опять нас какую-то помойку ведет. Это награда низкого ранга. Че? Айо. Мы получили информацию о новом сопутствующем ущербе, новых смертях с тобой мы. Так, что-то есть. Так, тут что такое? Даже жизни полная. Это хорошо. Чувачки какие-то выскочили. Не понятно, а тут что за помещенец такое? Барчик пустует, народу нет. Музон прям такой, смотрите-ка, интересный. Так, ну вот эту вот миссию надо пройти, будем сохраняться тогда. Ну как сохраняться, тут нет сохраны, ну посмотрим. Я говорю, здесь нет сохранок никаких. Чуваки стоят, мы их не трогаем, они нас не трогают. И мы их тоже не трогаем. Фига. Рекламка какая. Вот какой прям неубиваем был тип. Такая жизнь ничего не берет. Вот. Какой-то прям. О. Так, надо сейчас будет посмотреть этот инвентарь. Что-то мы там все поднабрали. Тут что-нибудь есть? Интересно. Так, а вы что, ребятки, тут стоите? Ну, лампаем в ту сторону. Так,
Да дальше, ну вообще в ту сторону показывал. Вот туда вот. Тут уже прям какие-то качки-мачки. Может быть, этот чувак нам и не мешал. Так, перезаряжаем. Стараемся, конечно, гражданских не трогать. Идем спокойно. На мотоцикле жалко. А, смотрите, можно. Что-то открыли. Он может на мотоцикле что ли прокатиться. Нифига. Нифига тут бомб этих взрывчаточки всякой. А? Нормально? Так, у нас гранатка, если что, есть. Перезарядим. Надо почаще перезаряжаться. Ух ты! Так, забыл я опять как кидать гранату. На Т или на G? На G, наверное. Так, нам по всей видимости вот сюда вот. Хорошо так сейчас взорвать получилось. Так, не берется. У нас вроде жизни есть. Лед один. Закрыто. А нам надо... Я забыл, какой кнопкой-то. Как взламывать-то? Закрыто лед один. Не сюда, что ли? Ну-ка. А, пока стащу в другом направлении продвигаться. Что-то может... А, тут наверху какой-то проходик есть. Может, как-то через крышу залезем? Ясненько. Так, чувачков. Так, сейчас какой-нибудь босс будет, 100%. Перезарядим.
Так, вот мы еще аптечка. Аптечки собрали. Так, а сюда? Почему не можем открыть? Интересно. А, вот цы. О. Так и там можно было открыть по всей. Я забыл, на эту кнопку просто нажимал. Дуралечек. Так, а тут что за темка? Авторизация какая-то. Но вообще не в эту сторону, как бы. Поэтому. Ну хоть прям возвращайся в это местечко. Пока все прям у нас так идет по плану. Но еще боссов не было никаких. Сейчас какие-нибудь боссы появятся, конечно, мы тут. Цель назначения. Что-то взяли. Так, жизни маловато, так что жизни собираем активненько. Какой-то тут мини-босс был, вроде уложили, но нужно срочно где-то подзарядиться жизнями. Закрыто лед, сейчас откроем, у нас есть. Ага, лед есть, короче, без фонд. Ясненько. Так, ну у вас, может, лечилочки есть? Все больше не берет. Так, а это что за автомат? Это не тот, а это... Так, вроде заправились. Тут тоже закрытый лед, ну-ка. Фиг там. Так, куда мы идем дальше? Кто там пулял? Thank you.
Так, жизни прям мало, поэтому надо как-то начинать аккуратничать. Так, берем жизни. Так, у нас еще есть гранатка. Лечилки, я так понимаю, тут особо никаких нет. Ладно, идем тоже дорожкой. Если что, надо закинуть гранатку кому-нибудь будет. Закрыто лед. Понятно. Где лед, короче, вот доступа? Вот у нас мини-сокол тысячелетия. Так, где-то слева чувачки. Так, а как сюда пройти? А, вот он, вход. Так уже прям приличненько мы. Ни шагу дальше. Пошел ты. Так, там еще чувачок был. Так, жизни прям очень мало, аккуратничаем. Срочно нужно аккуратничать. Так, нам вообще как-то правее показывает чуть-чуть, вот сюда вот надо. Так, ты чё за штука? О, там мы сейчас тут зарядимся. Все, оказывается, наверх. Походу, дел куда-то подошли. Заручиться поддержкой тупицы. Это мы даже еще первое задание не сделали. Так, нам не сюда. По всей нет. Тут как здесь все. Куда нам дальше? Тут как-то, может, что-то выдвигается должно. Нормально, а как включить? Как включить? Мост или что это? Нитротрасса.
Чё-то что-то новое. Ага, вон эти ходят тут. Как идти-то? Вот через эту штуку показывают. Непонятно. Нитро-трасса. То ли игра глюканул, то ли тут какой-то рубильник нужно включить, чтобы эта трасса заработала. Но я не уверен. И лестница особо. Может, нам надо какой-нибудь кораблик? Какой-нибудь кораблик нужно сесть и поехать. Не ясно пока, в чем тут дело. Уж параллельно где-то мостик есть. А, ну вот, нормост. Нет. Все так же. Ну-ка, мэп. Посмотрим карту. Как-то по крыше, может? Не знаю. Вот и пришли. Так, давайте вот тут вот прошарим. Можно ли здесь куда-нибудь забраться, зайти? Нет, тут печечек. Мне кажется, что это с игрой игрушка глюканула, по всей видимости. Мы отсюда вот вроде и пришли. Да, и туда ведет. Так, вон, жизни подзаправились. Чё за штука? Ну, это посмотрим. Кстати, тут лечилка была у нас, даже не знаю. А, вот, смотрите, какой-то входик есть. Чё за штучка? Ресепшн. Красивые сиденья такие маленькие всякие сделаны. Никуда нас здесь дальше не пропустит. Ресепшн с нами не контактирует.
Здесь надо где-то встать на какую-то штучку. Нет? Мне кажется, игрушка заглючила. Надо здесь тогда вырубаться. Ну-ка попробуем выйти в главное меню и загрузиться заново. Может быть, что-то изменилось, кстати, по температуркам. Нормально. Так, одиночное продолжить. Время у нас еще. Время у нас еще есть. Интересно, в том же месте загрузимся. Давайте посмотрим нашу, проверим гипотезу. Народ всех смотрит. Так, мне самое интересное, есть ли там продолжение по мостику. Так, мы приближаемся к мостику, смотрим. Пока активности вроде. Может, и не приближаемся. Истинная причина нахождения башни Черного озера до сих пор неизвестна. Вероятная причина варьируется от пьяных контрактов или несправного клапана до попытки. Что-то она нам хотела сказать, что типа... Мы так далеко с охранки, что ли, у нас идут? Это я не помню, что мы проходили. Может, какая-то другая дорога прозвала?
Так, у нас есть гранатка. А, блин, ну нету такой вот, вот. Помните, место было? Наверное, все-таки мы уже по ходу дела. Мы уже проскочили. Где вот исчезла локация одна. Либо мы еще до нее не дошли. Но я вот это вообще не помню. Что мы здесь где-то ходили. Туда, то влево, то вправо. Так, собираем штучки всякие. Непонятно, потом будет в инвентарчик заглянуть, посмотреть, что да как. Что за... Вовнутрь зашли. Так, чувачки болтают между собой. Неподалеку пара моих коллег заняты перенастройкой си. У нас никто не нападает. Так, и где наш дружок? Вот это вот. Какой-то инопланетянин. Опять ты? Чего еще пун от меня надо? Уже не пун, а новые. Погоди, погоди, что еще, мать его, за Уайкор? Они хотят, чтобы ты захватил хранилище данных Ascent Group. Захватами я не занимаюсь. Я, конечно, дьявольски хорош, но этот Си поджарит мне мозги еще до того, как я обойду первый уровень льда. У них есть собственные общие. Это он типа ему рассказал. Не уверен, что ты понимаешь, о чем говоришь, только у самых огромных мультикорп есть собственный общий и... А ты мне втираешь, что ты... Твой пес сейчас связан с ним. Дай-ка посмотреть. Ух ты. Этот код просто прекрасен. Есть какое-то холодное изящество в кодах общих и... которых мы, органики, можем только мечтать. В таком случае, не понимаю, зачем тебе вообще я их и скроет это хранилище как фисташку? Почему не доверить ему сразу и подчинение взлом? У ребят из Y-Corp есть свой общий, но они не хотят светиться. Что ж, их дело. Я проведу тебя, не вопрос. Но раз уж это работа на корпорацию, простым спасибо не отделаешься. Опять же, мне чертовски интересно, что тут творится. Может, помогая тебе, я смогу в чем-нибудь разобраться. А может, кто знает, даже подключиться к этому ИИ. Ладно, давай просто скажем, что ты будешь у меня в долгу. Я поднял метку для связи со мной в твоем псе, чтобы мы могли перекинуться пару слов. Тебе уже пора двигать, а я пока поищу информацию об этом. Ой, Корп, хочется знать, с кем мы имеем дело. Это правильно. Нужно разведочку сделать. Так, народ, с Десендом пока заканчиваем. На этом выложу обрезанный вот этот вот видосчик, и вот это будет продолжение. Ну как-то так вот, немножко пропустили, но все равно в этот вот дневник прохождения, я думаю, нормально, нормально. Сейчас попробую поиграть в Fortnite. Так, ладно, всем спасибо за просмотр, давно не играли. Было жарко, честно говоря, дома, не до игр, но ноутбук и так горячины, а кондиционерчика у меня, к сожалению, нет, поэтому такие дела. Ладно, не прощаемся, ребятки, давайте, до новых встреч.